Борцы из Кыргызстана примут участие в международном турнире по греко-римской борьбе 16-х всероссийских соревнований «Центр державы», посвященный памяти борцов и тренеров Новосибирской области. Турнир пройдет с 27 по 29 октября в городе Новосибирск. В состав нашей команды вошли воспитанники РСД Шур имени Радбека Санатбаева. Это Аасим Каликеев, Хабибулло Эркинбеков, Нурсултан Адалбеков, Нуржигит Джапаров, Абдурахим Саткеев и другие. Для многих из них эти соревнования станут первыми международными стартами. Также в составе команды тренеры Ильзат Газиев, Азат Сарманов и Шухрат Сайдазимов.